Вы знаете, что я человек разносторонний, и мне очень интересен опыт других людей, которые в чем-то добились выдающихся результатов. Неважно, в какой области, главное, добились. И вот некоторые из высказываний этих людей затронули меня, и я их приведу. Вдруг они заставят вас задуматься и действовать более успешно, чем вы до этого действовали. Ну вот, например, Коко Шанель говорила следующее. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. Это побуждает к творчеству, побуждает к новизне, побуждает идти вперед. Это очень важно. То есть создается такой интересный мотив, который толкает вас вперед. Хорошая мысль. Одна из самых успешных бизнес-леди 20 века, Мэри Кей Эш, говорит следующее. На груди у каждого из нас как будто висит невидимая табличка со словами. Дай мне почувствовать свою значимость. Никогда не забывайте об этом, когда работаете с людьми. Вот тут я бы хотел сказать, что не только, чтобы вы давали понять другому человеку о том, насколько он значит, но вот то, что я делал на передаче, это наоборот показывал людям, которые ко мне приходили, их значимость, подчеркивал это, возвышал. Вот это очень хорошее качество.